Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю цыпленка тапака. Буду его готовить на обалденной решетке из стали, которую я сам сделал. Цыпленок получится очень вкусным и румяным. Головы от пшеничного самогона – отличное средство для розжига костра. Как сделать обалденный зерновой самогон, смотрите, ссылочка вот здесь вверху. Сегодня я буду готовить цыпленка тапака. Пока костер разгорается, я приготовлю еще одну обалденную закуску. Это будут овощи в казане. Для этого я возьму свежую морковку, молодой перчик, картошечку, цветную капусту и лучок. Чтобы овощи получились очень вкусными, я использую хороший вкусный бульончик. А теперь мой секрет. Я хочу сделать цветную капусту, которая будет готовиться на пару. Для этого я поставлю две подставочки вот сюда, после того, как положу овощи, а на них уже выложу цветную капусту. Сразу все овощи закладываю в казан. Картошечку, морковку, лучок, перчик. Овощи в казане уже почти закипели, а я сейчас сделаю свежемолотого черного перчика. Я всегда покупаю только целые пряности и сам их размалываю. Если покупать готовые смеси, в них абсолютно не тот вкус и аромат. Острый перчик. Свежемолотый черный перец. И соль. Теперь я ставлю две подставки. Вот. А на них цветная капусточка. Накрываю крышкой и убираю огонь до минимума, чтобы водичка еле-еле кипела. Угли уже догорают. А я поставил решетку, чтобы она хорошенечко нагрелась, прокалилась. С нее ушла вся, с решетки ушел весь нагар с предыдущего использования. И после этого начнем готовить курочку. У меня вот такая классная большая курочка. Хотя я, конечно же, искал маленьких цыплят весом до 1 килограмма. Но сегодня ничего не нашел, поэтому пришлось взять курицу, она весит 2 килограмма. Я ее уже разрезал по грудке. И теперь нужно ее хорошенечко разбить, все суставчики, чтобы она стала плоская. Для этого я переворачиваю ее на животик, кладу вот такую доску и беру подручные средства. Получается, у курочки я отрезал две фаланги рук, потому что они все равно на огне сгорят, и толку с них не будет. Я их лучше использую в бульончике. Грудка. Это что нужно. Теперь спинка. И немного с этой стороны. Особое внимание я хочу уделить ножкам. Я хочу разбить полностью все суставчики.
Так. Когда у курочки все косточки разбиты, она намного быстрее готовится. Но самое важное, не порвать ей шкурку или мех. И по рукам едать немного. Главное себе не попасть. Не могу достать. Прячет руки. Получила. По рукам. Уже почти все плоское. Немножко подровняю вот здесь. Вот такой красивый цыпленок табака у меня получился. Сейчас я его солю и смазываю растительным маслом. На такой размер курочки, я думаю, столовой ложки соли без горки будет вполне достаточно. Все остальные пряности и чесночок будут уже попозже. Лишний жир с курочки возле ножек и возле шейки я срезал, чтобы он, когда капает, не горел. Решетка уже прогрелась, и я ее хорошо вытираю тряпочкой. Сейчас ногами. Во. Теперь решетку смазываю хорошенечко маслом. Тепло. Сейчас угольки немножко подернутся сединой, и я выкладываю курочку. Курочку я сразу выкладываю кожей вверх. Вот так, тогда она точно не пригорит, не прилипнет вернее. Сейчас, пока цыпленок табака уже жарится, я нарежу зелень для прекрасного вкусного соуса. Чтобы соус получился обалденно вкусным, я использую хорошую вкусную сметанку и смесь петрушки, кинзы, зеленого базилика, фиолетового базилика, даже есть лимонный базилик. Немножко еще есть листиков сельдерея, укропчик.
вся зелень, какая есть, я ее высыпаю сюда. Немножко подсолить сметанку. Будет классный соус. Готовлю самое вкусное. Это чесночок, черный перчик и острый перчик. Черный перчик я измельчаю в ступочке. И добавляю туда чесночок. Немного острого перчика. И чесночок. И делаю такую обалденную ароматную кашку. Кашка, заправку там вышла. Заправку. Класс. Уже все готово. Сейчас я все перемешиваю, чтобы цветная капуста напиталась ароматами бульончика и овощей. А в это время уже курочка ушла с жара. Я начинаю натирать ее классным ароматным соусом. Какая красота. Друзья, цыпленок-то пока уже готов. Готов на обалденной стальной решетке, которую я сам сделал. Эта решетка огромных размеров, 600 на 400. Если вам понравилась такая решетка, пишите мне на электронную почту, и мы договоримся, как вы ее купите. А я снимаю цыпленка. Цыпленок уже приготовился. Вот здесь, на самых краешек ножек, где слишком была толстая часть, чуть-чуть было розоватого, и все. Но это из-за того, что мне попался очень огромный цыпленок, даже настоящая громадная курица на 2 килограмма. А я хотел найти цыплят до 1 килограмма. Когда они были маленькие бы, тогда бы все получилось идеально и прекрасно. А сейчас я вот этой смесью чесночка и перчика полностью намазываю цыпленка. Потому что самое вкусное, конечно же, это чесночок с курочкой. Пока горяченький. Вот такая красивая золотистая курочка на моей решетке. Ничего не пригорает. Она прекрасно держит температуру. Супер решетка. Эта решетка – мечта любого повара, который любит готовить на открытом огне, на живом огне. Холодное белое сухое вино. До сих пор ни капли во рту не было. Все готовил. Как пахнет. Вот. Вот что я хотел попробовать. Цветная капуста, приготовленная на пару, на бульончике. Морковка. И, конечно же, цыпленок-то пока. Грудка. Пахнет дымком. Посмотрите, вся беленькая. Не пересушилась. Шкурка. Чесночок. Перчики. Горячая. Хочу попробовать ножку. О. Курочка на костре, на решетке,
цыпленок табака или табака. А вот это. Сметанка, столько травок, вот так. Так вкусно, так быстро и так просто. Друзья, готовьте по моим рецептам. У меня самые простые, самые проверенные и обалденно вкусные рецепты. Пишите комментарии, как готовите вы, что вам приготовить в следующий раз. Ставьте вот такие красивые, жирные лайки. Подписывайтесь на мой канал. Ссылочка для подписки вот здесь, внизу. Вот здесь рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня – это самое спокойное место. Налетай! Ура!